Сегодня свои последние оценки в зачетные книжки получили студенты Харцизского технологического техникума. Будущие механики и электрики успешно защитили свои дипломные проекты. В этом году обучение в Харцизском технологическом техникуме заканчивают 56 человек. Сегодня свои дипломные проекты защищали студенты двух групп. 8 четверокурсников, без 5 минут механиков, представили комиссии 8 лабораторных стендов. Иван Салий исследовал работу винтовой кинематической пары. Именно такая широко применяется, например, в металлорежущих станках. Александр Дедюхин разработал и изготовил лабораторный стенд с демонстрацией цепной передачи. У нашей специальности работа такая, что нужно думать и головой, и уметь делать руками. Тот, кто не делал, не проходил каждый руководитель со своим студентом, ну, наверное, трудно понять. Только когда выполняешь это вместе со студентами, только тогда понимаешь, насколько объемна и огромна эта работа, сложна. Лабораторные стенды, изготовленные четверокурсниками, большой плюс при защите дипломной работы. Как правило, авторы демонстрационных устройств получают оценку «отлично». Параллельно с группой «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» защищали свои проекты 18 четверокурсников, обучавшихся по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». Это итоги 4 лет обучения. Преподаватели видят, чему сумели научить детей. Дети показывают свои творческие способности, показывают свои знания. Атмосфера праздничная. Даже многие и дети, и преподаватели в эти дни совсем по-другому выглядят. Я имею в виду не как оделись, а вот внутренне, одухотворенно. Демонстрационные стенды и модели, изготовленные авторами дипломных работ, в будущем еще послужат студентам техникума. Так что сегодня выпускники ХТТ не только защитили дипломы, но и пополнили материально-техническую базу «Альма-Матер». Наш техникум входит в число тех, которые постоянно, еще с советских времен, занимаются развитием базы. У нас уже не одна сотня созданы этих моделей, лабораторных стендов, которые со временем некоторые уже разокомплектовываются, как морально устарели, создаются новые. Но есть такие, которые, допустим, уже работают, как у нас были, говорят, о, так это ж мой дедушка делал, студенты. Вот, что она эксплуатируется, она в ходу. Я вообще горжусь, что вот у нас так развито, и что наши студенты имеют хорошие навыки выполнять такие работы. Завтра свои дипломные проекты будут защищать делопроизводители, 26 июня – сварщики. А уже в понедельник четверокурсники попрощаются с Харцизским технологическим техникумом.